Ребят, всем привет! Меня зовут Владимир, компания «Лидер Нижний Новгород». Александр Овчаренко купил у нас вот такую колонку. Это DanceBox 200 Electronic 2007. И он ее попросил сравнить с JBL. JBL PartyBox 100. Но мы на этом не остановились и решили еще сравнить с этой. Свен 750. Давайте вместе разберемся, что же лучше, а вы в комментариях напишите, какая вам больше понравилась. Итак, по полным характеристикам, я думаю, глупо делать, на все это будет очень долгий видос. И тем более на JBL, Свен и DanceBox, они уже по 100 тысяч раз перезалиты по всей сети. Давайте коротко пробежимся по комплектации. PartyBox 100. В комплекте инструкция. Зарядка 220 вольт. Вся комплектация. На сегодняшний день, сегодня 8 декабря 2021, она стоит на сайте, там же, где в эксклюзиве продается 750-я, 25 990. Свен 750-я. В комплекте два держателя под микрофона, кабель, вилки даже нет, Type-C, пульт дистанционного управления, инструкция. Стоит 10 тысяч рублей, 9990 или 9999 рублей. Там, как говорят, этот психологический барьер не преодолеть. DanceBox 200, психологический барьер преодолели. Стоит она 12 тысяч рублей. В комплекте идет два радиомикрофона для караоке. Можно уже петь тут держать, или здесь микрофоны. Пульт дистанционного управления, аукс-кабель, зарядное устройство и инструкция на русском языке. Сейчас я их ближе покажу, все три модели, чтобы вы посмотрели их управление. Итак, все три они у нас включены. Начнем с JBL. Металлическая решетка, через решетку видно твиттер. Два динамика по 6 дюймов. Из управления плюс-минус. Play-pause, bust-boost. Включение, Bluetooth, управление подсветкой, индикатор зарядки. Сзади ручка прорезиненная. Сзади USB вход, AUX вход, AUX выход, микрофон и гитарный вход, регулировки по ним. Вот характеристики. Вот написано, заявлено 60 Вт. И кто там что не говорил, китайщина, не китайщина, вот, сделано в Китае. Сделано в Китае. Один тут товарищ написал мировой бренд, мировой бренд. Marshall, да, мировой бренд. JBL просто успели нишу занять эту в колонках больших и портативных. Фазоинвертор, зарядное устройство. По бокам резиновые ножки. Свен 750. Два динамика по 6 дюймов. Твиттер. Вот фокус навелся. Чуть выше, чем DanceBox. Ну и выше сантиметров на 5, чем PartyBox. Микрофонных два входа, AUX, microSD, USB, выключение-включение колонки, Type-C вход, 5 вольт питания. Громкость микрофона, эхо на микрофон, переключение режимов, подсветку, эквалайзер, клавиша ТВС, плей-пауза, переключение, приоритет микрофона и дисплей. DanceBox 220.07, спереди металлическая решетка. По центру твиттер. Динамики по 8 дюймов. Больше, чем у PartyBox 100. Ну и она вообще сама повыше, чем сотка, но чуть-чуть ниже, чем 750-я. Сзади телескопическая антенна. Колесики для транспортировки. Куча настроек. Громкость, высокие басы, эхо. Микрофонная громкость, гитарная громкость. Включение, выключение акустики. 12 вольт зарядка, 220 вольт зарядка. AUX-ход двухканальный, 3,5 AUX.
И телескопическая антенна для FM-приемника. Есть такие люди, которые любят слушать радио. Частенько задают вопрос по FM. Хороший вариант, кстати. А меня сейчас хуже слышно. Отключил петличный микрофон. Пишется на стерео микрофон. Начнем с Party Box 100 трека DJ Seva. Контакты на Seva будут в описании. Бас-бус во втором положении. Играет пати-бокс на максимум включен. Заметьте, она в сети включена. Включаем Party Box, включаем Sven PS750. Тоже на максимум. Заканчиваем Dance Box 200, Electronic 2007.
что, давайте подведем итоги. Все три модели отыграли. 25 тысяч стоит, 10 тысяч стоит и 12 тысяч стоит. Что по поводу JBL? По звуку я не скажу, что она проигрывает там что-то какой-то модели. По звуку все здорово. Глубокий бас, все классно. Что мне не нравится? Не хватает средних и не нравится цена. Мне цена 25 тысяч стоит, на таких два электроника можно купить. А по поводу Sven 750-го. По сравнению с электроником, меньше объема звука, громкость у них на уровне. Я не скажу, что у них плохой звук, не хватает именно объема. И не хватает средних. Тоже вот середина куда-то девается. Потому что в электронике я на всю, на максимум прям выкрутил верха со средними. Хотя можно было чуть-чуть, мне показалось, что немножко перебор. Можно было убрать, но как в стоке есть, так и оставил. То есть это все дело, конечно, регулируется. Решил поэкспериментировать с фоном. Сейчас меня освещают и акустические системы. Проектор 36 диодов за там 5 500 рублей где-то. Он стоит в алюминиевом корпусе который. Пишите в комментариях, какая модель больше понравилась. Стоит ли тратить на JBL 25 тысяч рублей. Какая вам понравилась акустика между Свеном и электроником. Ну и не забывайте, да, что в комплекте у электроника еще два караоке микрофона. Можно попеть. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много будет интересных видео. С вами был Владимир. Пока!